Симферопольская администрация активно работает над развитием города. Реконструкции, благоустройство, капитальные ремонты улиц и многое другое. Но повышение качества жизни населения заключается не только в бюджетной работе. Необходимо взаимодействие между властями и людьми, которые знают, как сделать лучше и готовы помогать. Основа работы администрации города Симферополя сегодня – это найти точки соприкосновения с сообществом, населяющим Симферополь, для совместного продвижения вперед. Основное внимание сегодня власти уделяют благоустройству и озеленению. Сегодня это особенно актуально, так как только на Салгире за время реконструкции пришлось снести порядка 700 деревьев. В планах на осень у администрации высадка более чем 1000 новых растений. Цветы на городских клумбах тоже не будут лишними. Помочь в этом вызвался один из предпринимателей Симферополя. И это далеко не единственный пример взаимодействия бизнеса и властей. У кого-то есть какие-то вопросы, у кого-то какие-то, может быть, просьбы, чтобы было содействие в их деятельности. А большинство предпринимателей, у которых даже есть положительные инициативы, у нас социально ответственный бизнес, который даже готов предложить городу какие-то полезные вещи для развития, которые могут быть пригодятся вам. Симферополю обязательно пригодится и возможность создания в городе единой информационной системы. Бизнес предлагает разместить экраны, на которых будут отображаться различные сведения, например, о ближайших маршрутках, а также дополнительные камеры видеонаблюдения. Они помогут в борьбе с преступностью. Положительный опыт такой работы уже есть в Севастополе. Никита Егоров, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.